Сотрудники управления социальной защиты населения заранее договорились с родителями, выбрали удобное время для посещения и вместе с представителями депутатского корпуса торжественно вручили поздравительные открытки и рюкзаки будущим ученикам. Я не ожидала такого, очень приятно, спасибо большое. Я прям даже в шоке немножко. Акция важна в первую очередь потому, что мы все-таки должны постоянно быть в контакте с населением, да, смотреть проблематики, особенно многодетные семьи, да, те, кто находится, скажем так, на пороге какой-то сложной ситуации. У будущей первоклассницы Таисии Юбченко мама с ограниченными возможностями здоровья. Подготовкой к школе занимался в основном папа Андрей. Он рассказывает, что такая поддержка очень важна. Как бы спасибо большое соцзащите. Партиям, которые участвуют в данных акциях, это очень как бы необходимая и полезная вещь, особенно в нынешней ситуации, когда пандемия, когда вот, скажем так, все эти ограничения. Наверное, людям это поможет. А вот 6-летний Ярослав Бусанкин, который в сентябре впервые сядет за парту, получил свой школьный рюкзак из рук главы Ленинского городского округа Дмитрия Баренова. Это вам на всю семью от нашего губернатора. Вот. Будете тяжелые. Вот. И такой. Ну, еще один, да, подарок рюкзак от губернатора. Рюкзак, а там есть все, что необходимо. В ранце со специальной анатомической спинкой есть все необходимое для учебы. Тетради, пенал, ручки, карандаши, альбом, акварельные краски, наборы пластилина и цветной бумаги. Детей особенно впечатляет изображение персонажей из любимых мультфильмов на рюкзаках. Спасибо за подарок 1 сентября, мне все понравилось. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.